Всем привет! Ну вот, и пришла золотая осень, а вместе с ней закончился наш СП «Любящие сердца». Мы все хорошо потрудились, есть много завершенных работ. Ну а кто не успел завершить, ничего. Главное, что наши работы продвинулись, и мы вместе хорошо повышивали, провели время. Ну а теперь я приглашаю вас к просмотру наших отчетов. У Марины Лакизы случился финиш. Это набор фирмы «Алиса. Будь всегда моей». Размер 37 на 28 сантиметров. Марина пишет, что очень рада этому финишу и эту работу будет оформлять, когда вышит партию. Передает всем привет и благодарит за теплую компанию. Ну а также у Марины продвинулась вторая работа. Это набор фирмы «Сделай своими руками», «Мамино тепло», размер работы 31 на 23 сантиметра. И эта работа очень-очень хорошо продвинулась за этот месяц. Какая хорошая мишка! Поздравляем с такими итогами! Встречайте еще один финиш от Ангелины Орловой. Да еще какой финиш! Финиш бисерной работы. Здесь у нас набор фирмы «Золотые ручки», «Поцелуй» по мотивам Густава Климта. Набор входила канва Цвайгера 14 аккаунта и 47 цветов бисера «Прециоза». Размер готовой работы 40 на 46 сантиметров. Ну и пишет нам Ангелина: «Ура-ура! Закончила свою любовь! Словами не передать, как красиво смотрится вживую. Материала все хватило, работа по ощущениям весит 800-900 грамм». А я тоже очень долго рассматривала эту работу, несмотря на то, что это бисер, как все хорошо проработано, и лица, и кожа, и переходы. Ну и, конечно же, нам остается только в своей фантазии представлять, как блестит эта работа. Поздравляем, поздравляем, шикарный результат. Встречайте еще один финиш от Марины Филипповой. И пишет нам Марина: «Очень-очень старый дизайн панны, размер 120 на 88 крестиков, 22 цвета, вышивается в три нитки, канва этамин 25 аккаунта. Подушка будет размером 38 на 38 сантиметров, вышиваю в подарок одной замечательной трехлетней девочке на день рождения. Один отшив уже есть, картинка на стену, малышка попросила еще и такую подушку. Вышивается очень легко, схема очень простая, яркая гамма цветов ниток. Небольшая проблема возникла при подборе недостающих ниток. Практически ни один цвет из всей палитры гаммы не подошел. Вышло из положения так: две нитки подобранного цвета и одну ниточку родного. Этакое подобие бленда, чтобы попасть в цветовую гамму. Жалко, что так и не нашла четвертый дизайн из этой серии». Да, очень интересная серия, и я думаю, что мало кто знаком именно с этой серией, потому что уже их не продается и даже мало отшивов. Ну что, поздравляем с прекрасным итогом. Еще одна работа от Марины Филипповой. И пишет нам Марина: «Всем хорошего настроения. Юляшечка, может повторюсь, спасибо тебе за твой труд, за то, что ты объединяешь рукодельниц чудесниц мира. Сколько удовольствия получаешь, любуясь работами девочек. Говорят, готовь сани летом. Вот и решила начать новогодний подарок. Дизайн от Риолис номер 797. Работа небольшая, 80 на 80 крестиков. Чтобы увеличить размер вышитого дизайна, заменила канву Аиду белого цвета на 10 каун. Фон будет вышиваться крестом в цвет ниток, очень близок к цвету родной голубой канвы. Вышиваю сам дизайн в 4 ниточки. Фон будет вышиваться в 3 ниточки. Размер подушки будет 40 на 40 сантиметров. Задник сделаю из белого искусственного меха для игрушек. Извините, девочки, что работа не глажена, еще не закончена. И боюсь, что разметка не отмоется. Продолжу этот дизайн в новогоднем СП». И это правильно. У нас много интересных тем, поэтому все наши работы мы вышли. И еще один финиш. Поздравляем Светлану Кузнецовой с такой прекрасной работой. Это у нас дизайн фирмы MP Studio. Вышивался на 14 конве, размер 20 на 30 сантиметров, неполная зашивка. Пишет Светлана, что наконец-то получилось сделать финиш. Вышивать на дизайнерской конве понравилось. Ну и благодарит за совместный проект и, конечно же, всех девочек за компанию. Ну а мы поздравляем с прекрасным итогом. Мария Ряжских пишет: «Итог за август и 10 дней сентября.
участвуя в этом прекрасном СП, закончила свой долгострой «Поцелуй» от Риолис, начала новую работу «Материнская любовь» и продвинула ее примерно на 60%, может и больше. Для меня это более чем хорошие результаты. Юлечка, спасибо вам за ваше творчество, за то, что вдохновляете и объединяете нас в такие дружные, теплые, красивые компании. Рада буду продолжить свое участие в других ваших СП. А также спасибо всем участникам данного СП за мотивацию, наслаждение и интерес наблюдать за вашими прекрасными работами. И вам спасибо за участие. Еще один финиш от Натальи Чермяниновой. Набор «Семейное гнездышко» от компании «Чудесная игла». Очень рада, что успела завершить работу к окончанию СП. В работе использовался счетный крест, полукрест, бэкстич, французские узелки и выкладная нить. Выкладную нить я делала впервые. Канву «Аиду» из набора я заменила на «Лугану». Нитки «Гамма» в наборе мне понравились, приятные в отшиве, 39 цветов. Очень довольна итогом, милый уютный сюжет, смотрится очень нежно и душевно. Прекрасная работа, Наталья, мы вас поздравляем. Отчет от Натальи Зенкиной. В августе, к сожалению, не получилось отшить столько, сколько было задумано, но меня устраивает этот результат. Жалко, что не успеваю закончить работу до конца совместника, но я уже знаю, с какими работами вступаю в ваши новые СП. А волчат обязательно буду продолжать, они прекрасны. Работа замечательная, продолжайте, они завершатся. Ну и, конечно же, ждем заявочку в наши новые СП. Напомню, что Наталья вышивала работу фирмы Овен Идиллия, размер работы 30 на 37 сантиметров, канва 16 каунта, здесь полная зашивка. Прекрасный результат, работа продвинулась очень-очень хорошо, ну и конечно же, как я и говорила, ждем ваших заявок в наши новые СП. А вот еще один финиш от Виктории Румянцевой. Это дизайн фирмы Вервака. Вышивался на Аиде 14 аккаунта слоновой кости. И всего лишь в этой работе используется 9 цветов ниточек Мулине ДМС. Вот такая работа в сепи, но какая теплая, нежная, очень приятный сюжет. Поздравляем с финишем. Ну и мой отчет в заключение. Как вы видите, финиша у меня не получилось, но тем не менее работа продвинулась, и я этому очень-очень рада. Я вышивала оригинальный набор фирмы Риолис, называется «Поцелуй» по картине Густава Климта. Вышивка шерстью, очень популярный дизайн, но это и понятно, потому что очень эффектная работа и разработка действительно очень удачная. Я пыталась сделать марафон, но у меня не получилось ничего. Я рада этому результату, что работа продвинулась, и, конечно же, буду потихоньку ее вышивать уже вне СП. Ну а на этом наш СП подошел к завершению. Я благодарю всех за участие. Желаю вам, конечно же, кто не завершил работы, завершить работы. Ну и жду всех наших новых СП. До новых встреч. Всем пока-пока.